Всем привет, с вами Кэти Лакс, и сегодня мы будем делать пасхальную открытку. Берем лист бумаги, складываем его так, как я показываю. Хорошенько разглаживаем. Получается вот такая раскладушка. Простым карандашом намечаем рисунок. Это будет большое пасхальное яйцо. Я решила украсить яйцо разными узорами геометрической формы. Это будут извилистые линии, точки и зигзаги. Открываем открытку и внутри рисуем птенца. Не забываем добавить края у скорлупки. Когда рисунок готов, можно обводить все по контуру. Контур у меня достаточно толстый, но внутренние линии я рисую линером, чтобы они были более воздушными и тоненькими. Приступаем к раскрашиванию. Для скорлупки я выбрала нежные пастельные цвета. Открытка готова. Посмотрите, какой милый цыпленок вылупился из яйца.